Друзья, всем привет! 21, 22 и 23 октября «Черная пятница» в питомнике растений «Экоплант». Скидки до 90% на все растения и деревья. А сейчас давайте посмотрим, что же есть в нашем питомнике. Пойдемте! Вы посмотрите, какие прекрасные можжевельники всего лишь за 255 рублей. У нас их очень много. А туи в питомнике по ценам «Черной пятницы» от 399 рублей. Ну просто невероятная красота. Кустарники по ценам «Черной пятницы» от 155 рублей. У нас огромный ассортимент. Приезжайте! Сосны обыкновенные за 1970 рублей. Это сказка? Нет, это реальность. На «Черной пятнице» в питомнике растений «Экоплант». Друзья, мы знаем, как вы любите крупномеры, поэтому у нас есть в наличии все размеры. Сосны обыкновенные, ели со скидками до 90%. Приезжайте. Вы представляете, вы сразу можете посадить вот такое огромное дерево на своем участке. По-моему, супер! Лиственные деревья за 597 рублей высотой до 2 метров. Многолетние цветы и рододендроны от 177 рублей. Настоящая радость для любого участка – это хвойное дерево на нем. И сейчас есть самые выгодные скидки на «Черную пятницу» в нашем питомнике. Ель обыкновенная всего за 1970 рублей. Мне кажется, такого шанса у вас больше не будет. Только 3 дня – 21, 22 и 23 октября. Идеальные живые изгороди для ваших участков получится из туи «Брабант». И сейчас она у нас в питомнике за 997 рублей высотой 140-160 сантиметров. Горные сосны по цене «Черной пятницы» от 499 рублей. Вы просто посмотрите, какую красоту вы можете приобрести к себе на участок. И сосна горная, она очень неприхотлива, быстро разрастается и сохраняет свой красивый декоративный вид на протяжении всего года. Это была лишь малая часть того, что есть на нашей площадке. Приезжайте, у нас огромный ассортимент деревьев и кустарников. И сейчас по самым вкусным ценам. «Черная пятница» с 21 по 23 октября в питомнике растений «Экоплант».